Я вот думала, какие чувства вызывает ваш жалкий мир. Ненависть или злость. И поняла, что да, но больше брезгливость. Знаете, будто вступил в какое-нибудь говно. Причем жидкое. И тебе что-то нужно с этим делать. И с фактом, и с запахом, и с ощущением омерзения. Вас здесь не поддерживает ни один нормальный человек. Даже те, кто ничего не поняли после 2014 года, в феврале прошлого догнали. Остались какие-то неудачники, остались люди с повреждением когнитивной функции головного мозга, и причинно-следственные связи у них примерно в той же жопе. А мы не такие. Мы трудолюбивые, мы радуемся жизни, мы любим, в том числе и наш город, и нашу страну. Вам здесь ничего не светит, вас здесь никто не ждет. Мы вам ничего не отдадим. Вам, а не Одессу.